Книги эпохи Гордовикова были переданы в районы и республики. Новые экземпляры будут доступны в школах и районных библиотеках. В книге описываются воспоминания коллег-друзей Басана Бадминовича о его деятельности и жизни. Накануне в Экибрульском районе прошла заключительная встреча идейных авторов с учениками школы райцентра. В зале собрались активисты учебного заведения, движения первых, юнармии. Далее подробности. Председатель Совета старейшин Республики Эрдне Пашнанов принял участие при создании книги. В поселке Кибрул он привез не только 10 экземпляров. Вместе с ним приехали и те, кому довелось поработать с народным генералом. Общаясь с учениками Кибрульской школы имени Пирбеева, Пашнанов отметил, книга рассказывает, каким был генерал-лейтенант Советского Союза в мирное время, когда необходимо было отстраивать республику заново. А потому подрастающее поколение должно брать пример с таких людей и быть достойными своих предков. Сегодняшняя встреча, она пойдет во благо всем. В первую очередь, тем молодым людям, которые присутствуют в этом зале. Я думаю, что во благо пойдет нашим уважаемым ветеранам, которые сегодня присутствуют в этом зале. Я думаю, что сегодняшняя встреча даст, наверное, еще какой-то импульс здоровья, вдохновения, чтобы эти наши уважаемые ветераны еще долго оставались в строю. Ну и хочу, чтобы Кибрульский район всегда гордился Басаном Бадминовичем. Он следовал, чтобы по его пути, который он предначертал в свое время, и думаю, что и руководство района, педагогический коллектив Кибрульской средней школы тоже будут способствовать тому, чтобы наше молодое поколение всегда гордилось этим легендарным человеком. Воспоминаниями, каким был Гордовиков, поделились его коллеги и те, кому довелось увидеться с героем Советского Союза. Все отмечали его работоспособность, бескорыстную доброту и заботу о каждом. Помимо гостей, каким он был, рассказали старейшины поселка. Напомню, что Экибрул был создан благодаря Басану Бадминовичу Гордовикову. Впервые я увидел такого великого человека, Басана Бадминовича Гордовикова, генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Это такая величина, перед которым прогибается спина от радости, что у нас есть такой человек, и который сделал многое для нашей республики. В 1966 году Басан Бадминович присутствует на партийно-хозяйственном активе Республики Калмыкия. И вот я тогда увидел Басана Бадминовича и про себя сидел и говорил, вот бы быть похожим на него, но надо трудиться, надо трудиться. Непосредственно на полях этого совхоза, совхоза Кировский, вот, глаза в глаза, лицо в лицо, была высокая такая честь познакомиться непосредственно с Басаном Бадминовичем Гордовиковым. И вот тогда я обратил внимание особо, насколько по-человечески, несмотря на такую огромную, высокую ответственную должность, как он с нашими механизаторами беседовал. Тепло. Интересовался, значит, как они бы, все-таки на Курстане там приходилось, естественно, и дневать, и ночевать, но я имею в виду, значит, особенно такие острые, насыщенные компании, как посевная и так далее. Гости во время презентации книги привели цитату президента России Владимира Путина. «Без опоры на славное историческое прошлое мы ничто». Обращаясь к детям, они напутствовали ребят, что всегда должны напомнить о таких выдающихся личностях, как Басан Гордовиков. Знаю, что Басан Бадминович Гордовиков основал наш поселок. Я очень горжусь нашим предком. Он сделал очень многое для нас. Басан Бадминович Гордовиков, он поднял нашу республику с колен. Мы очень рады, что в честь него, такого деятеля нашей республики, мы очень им гордимся и очень рады принимать участие в таких мероприятиях, посвященных ему. В Экибрульскую школу и районную библиотеку было передано 10 экземпляров книг. Эта работа будет интересна всем, отметили те, кто принимал участие при разработке рукописи. И как отметил в свое время глава республики Бату Хасиков, выход в свет этого издания – дань памяти выдающемуся человеку и тому, что он сделал для нашей Калмыкии. Чингис Тихонов, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики», Экибрульский район.